Катошенька все спокойно доел. Сел, помылся. Теперь можно и погулять, да, Татошка? Что-то тоже не решил еще, чем будешь заниматься, детей воспитывать или что? Не решил еще, Татошечка, что делать? Емелька вот решил, что воспитание детей предоставит Татоше. И удалился под кровать в полку. Думаю, пускай брат воспитывает. Пускай старший брат воспитывает. Емелька думает, хоть он старше меня всего лишь на 3 дня, но пускай воспитывает этих малышей-карандашей. А я здесь полежу спокойненько. Все съели. Кабачковое пюре. Татошка, как всегда, записки читает. Куда ты сейчас нажмешь мне? Лезет мне в телефон. Лезет, малышня, это карандашня в телефон. Лезет. Татоша, все мальчики, да. Девочек нет среди них. Вот, воспитывает Татох.